много отменено. Но в основном летают же не местные жители, правильно, а туристы. Может, полпроцента. А вот это вот комплекс стоит впереди слева, это что? Это апарт-вход, продаются квартиры. Там были квартиры с вами, конечно. Приехали из Ямалая сюда. А шли до этого на Ямалай? Ну, как бы родились где? Я родился в Крыму. А вы откуда? Мы из Чернигова, это под Киевом. Я знаю. Особенно если смотреть на это все с высоты птичьего полета. Путешествовать обязательно. Но у вас, наверное, есть определенный клуб, да, который занимается именно этим видом спорта? Нет, ну, конечно, я не... кроме ЧСИ и других стран. Вот это вот озеро искусственное, оно для чего? Это для гидроэлектростанции. Мы ее сейчас увидим, она будет, давай я сделаю. Она вот там, вот здесь, вот за этим поворотом, конечно, выглядит. Грубо говоря, где-то дорога, там зарыта труба, и я так на самолете только пишут этого плавно. Но вы же можете регулировать скорость, правильно? Там здесь есть там монумент. Не монумент, парочка. Такая вот там у людей стоит, машинки. А, вижу, вижу. Парочка. Справа сейчас видим чуть-чуть Узбек находится. Здесь на кто у нас выброс просадит по высоте, но я тут что-то не видел. А, он справа, снежный это? Да, то что видишь две вершины. Одна вершина. Четыре почти как тысячи, два пять с копеечкой. Не знаю, правильно или нет. Видно или нет в GoPro, но там есть Казбек. Казбек, привет! Единственное, что широкий угол очень обзора, и он будет очень маленький. Ну, там точка будет снежная. На большом экране ты увидишь. Конечно, хороший. Хороший экран очень. Так, если ты захочешь покрутиться, я смогу тебе покрутиться. Это стоит 52 лета платные. Я не против, муж, наверное, будет против. А он сказал, вроде. Да? Сказал? Да, ты это покрутил. Я его предупреждал, говорит, мне не надо. Смотри сама. Меня? Крутите. Крутите. Если это клево, крутите. Тебе понравится, просто с парашютом. Да, ну хорошо. Крутимся. Ну, если так, запросишься, девушка. Да. Нам не хватает экстрима в жизни. Наслаждаться.
на этом, на парашюте немножко другие ощущения. Да, конечно. Картинируешь или там понять не успеваешь. Да. Да. Ау, бах, фу, все, раздобряем. И такой сидит. Все? Да. Хорошо. Да, здесь... Понравилось? Да, конечно. А что это было вообще? Да, конечно, это летит за 4 минуты, 4000 километров. Погода сегодня вообще великолепная. Да, я планировал далеко улететь сегодня. Где куча? Как не подойдут снаряжение, так не подъезжают. Это как на машине, можно куда угодно улететь, правильно я понимаю? А если, допустим, полетел в одну точку, ну, допустим, в одну сторону, долетела, а обратно погоды нету? Приземляешься, выбираешься автостопом, такси, и сколько весит парашют? Это 20 килограмм, 25. А, это нормально, можно пройти. Ну, это более легкая снаряга, моя, которая... Года особенно красиво это ущелье. Ты знаешь, мне очень нравится. Почему? Потому что цвет очень много. Получается шоу. И такой темно-бордовый, оранжевый цвет. Не все зелено. Все зелено обычно. Максимальная скорость. Максимальная скорость полета? Да. 52 км в час. На 40 км. В зависимости от того, как я его ускоряю. Пропановка. Притормаживает. Не надо притормаживать. Не надо, увеличиваем скорость. Тот, кто копает? Да вот сам смотрю, не пойму. Странное дерево.